Черная мамба против мангуста. Друзья, как вы знаете, черная мамба – одна из самых ядовитых змей на Земле. Она способна убить человека за считанные часы, но, как оказалось, для мангуста она является лишь неплохим обедом. Даже учитывая тот факт, что малейшая царапина от мамбы смертельна, но никак не останавливает смелого зверька. Черная мамба совершает смертельный бросок, но мангуст успевает увернуться. Он быстро хватает ее за голову и начинает трясти, чтобы сломать хребет, а потом аккуратно откусывает ей башку.